комиссии стало хорошей традицией, я считаю, вот в эти майские дни Великой Победы возлагать венки к могилам солдат, которые отдали свои жизни за нашу общую победу, за нашу свободу. В том числе комиссия вот уже возлагает к могиле неизвестного солдата. Я считаю, что эти традиции, они будут жить вечно. Это еще раз элемент, который показывает нашу сплоченность. И вот мы, когда сегодня работаем над экономическим сотрудничеством, экономическая сплоченность, она действительно позволяет говорить о том, что вот этот дух единства, он присутствует и в экономике сегодняшнего дня. И вот наша сплоченность наших государств, Евразийского экономического союза, дает хорошие результаты. У нас есть все. У нас есть интеллектуальные ресурсы, у нас есть высококвалифицированные рабочие кадры, у нас прекрасная промышленность, у нас полное самообеспечение продовольствием в рамках нашего Евразийского экономического союза. И достаточно сказать, что даже еще до санкционных этих всех мер, вот за прошлый год у нас объем взаимной торговли между нашими странами вырос на 1/3. И растет взаимная кооперация. Это говорит о том, что у нас есть чем торговать, и мы можем полностью обеспечить себя как продукцией промышленного производства, так и сельскохозяйственного назначения. У нас есть чем торговать, есть чем насыщать внутренний рынок. И в этом наша сила.